Всем привет! Недавно компания Blackview представила два своих новых интересных устройства и крутой розыгрыш, про который я расскажу вам в конце. Первый гаджет, совсем новый для Blackview, это умные часы. Они интересные и стильные, про них вы узнаете в первую очередь. И вторым, но не менее интересным устройством стал флагманский защищенный смартфон Blackview BV99 2.0, работающий при температуре от минус 30 до плюс 55 градусов, с очень хорошей производительностью и с крутыми 4 камерами. Но давайте сначала про часы. Вообще Blackview знаменита своими бюджетными, неубиваемыми и качественными смартфонами. Но вот нам показали новый гаджет – смарт-часы BV-SV02. Чем же они интересны? Часы выдерживают погружение на глубину с давлением до 5 атмосфер, работают 15 дней на одном заряде, имеют 12 спортивных режимов и 2 ремешка из коробки. Имеется крупный экран диагональю 1,3 дюйма, разрешение 240 на 240 пикселей. Работает устройство со смартфонами под управлением Android 4.4 и выше и iOS 9 и выше. Также производитель отмечает поддержку приложений WeChat, Skype, LinkedIn, Twitter, Viber и Line. То есть оповещение с этих приложений будет отображаться на часах. Емкость аккумулятора 300 мАч. Есть русский язык, 128 МБ оперативной памяти и 128 МБ встроенной. Есть поддержка входящих звонков и сообщений. Они быстро заряжаются и подойдут как спортсменам, так и бизнесменам. Ведь в комплекте есть 2 ремешка. Один презентабельный, а другой для повседневной носки. Как мне кажется, часы должны быть классными для повседневного использования, так как с ними очень удобно использовать смартфон, и вы будете получать больше информации о своем организме. Новинка точно интересная. Кто хотел себе давно смарт-часы, присмотритесь. Может, именно это устройство вам подойдет. Еще одна новинка, но уже в части смартфона-строения. Blackview BV99 2.0. Универсальное устройство, сочетающее защиту от воды, продвинутую камеру, быстрый процессор и модуль NFC. Несмотря на способность пережить падение в воду или на бетон, аппарат выполнен в классическом дизайне и вообще не выглядит кирпичом. Класс защиты IP68, IP69K, и ей присвоен военный стандарт MIL-STD-810G. Помимо защиты от ударов, падений, вибраций и воды, новинка с легкостью переживает температурные перепады, и она будет исправно работать даже на морозе при температуре в минус 30. Blackview BV99 2.0 построен на базе 8-ядерного процессора Helio P90. Именно в этой модели впервые он и был установлен, учитывая модельный ряд компании. Частота в 2,2 ГГц определенно подойдет для любых современных и требовательных игр, для плавной работы навигации и многих других приложений. Также смартфон получил рекордные для своего класса 8 ГБ оперативной памяти, а также 256 ГБ встроенной. Аккумулятор установлен емкостью 4380 мАч, и благодаря ему смартфон не стал слишком толстым, но и хватает его на день активной работы минимум. Так как смартфон действительно хорошо защищен, умеет он и видео снимать под водой. Дали ему 3 камеры сзади на 48 мегапикселей широкоугольную, на 5 мегапикселей с датчиком глубины и на 2 мегапикселя сенсор для макросъемки. И одну камеру спереди на 16 мегапикселей, причем она выполнена в форме капли на дисплее. Имея отличный 5,84-дюймовый IPS-дисплей, вы сможете насладиться времяпрепровождением в играх, просмотре фильмов и так далее. Эта модель излучает позитив, от нее веет духом производительности, и еще она вряд ли сломается у вас в обычных условиях использования. Также смартфон оснащен чипом NFC, барометром, датчик уровня ультрафиолетового излучения, пульсометром и 4 камерами. Работает Blackview BV99 2.0 под управлением Android 9.0 Pie из коробки. Параметры впечатляют как для неубиваемого телефона, как считаете? И специально, кстати, перед выходом этих двух гаджетов Blackview традиционно запустила конкурс с розыгрышем 10 умных часов и 10 телефонов. Условия очень простые. Нужно сделать репост в своих соцсетях, подписаться на их каналы в YouTube и Instagram и поставить лайк на их постах в других соцсетях. Все ссылки есть в описании, переходите, смотрите и обязательно участвуйте. Если вас заинтересовал телефон либо часы, то на них будет действовать 23 декабря скидка. Она составит 50%. Цена в этот день будет самая жирная. Ставьте себе гаджет в корзину, чтобы точно получить скидку и не забыть про нее.
Также BlackView подарит одному случайному покупателю телефона B1-8920 $1000, что очень круто. Все ссылки есть в описании, переходите и смотрите на характеристики и на цену. Возможно, он вам приглянется. Новости про гаджет интересные и полезные, как считаете? Пишите в комментариях свое мнение про телефон и часы, мне интересно будет почитать. А также ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Дальше будет много интересных роликов, вам точно понравится. Был рад сегодня для вас стараться. Спасибо за просмотр и пока-пока! Drinks and smoke a joint, Bubbles? Yes.